Да чтоб я сдох. Добрый день, чудодой человек. Хрень не работает. Что? То сигнал слабый, то вообще сеть не ловит. Слабый сигнал на вашем пульте от кондиционера, правильно? Да, пытаюсь позвонить маме. Нифига. Хорошо, я покажу. А какой у мамы номер? Меню, влажность влево, дальше. Вниз и снежинка. Нифига, не работает. Гудков нет, ничего. Бред. Ну нахер. Это возмутительно. Так, кого бы... Ты что за хрен? Я ТО, айтишник. Да похер. Вот эта фигня не работает. Сеть ловит плохо, а когда ловит, тогда фонит. Чини. О, ништяк. Футболка, кстати, зачет. Итак, у вас 5 минут, чтобы... Что? Да, Родни и говняная фабрика, не имба. Серьезно? Да, конечно. Я в жизни никого не встречал, кто бы тоже их слушал. Их первый альбом на виниле — это пушка. Шашлык раздавать огонь. Погодь. У тебя есть усатый демон, новый друг моей мамки, на виниле? Обалдеть! Да. Купил на буррито. Это так круто! Нет, стоп! Стоп! Я пришел, чтобы пожаловаться насчет этого. Да, вы говорили, что пульт от кондишки не звонит у вас, да? Вообще. Вы же слышали, что я сказал, что это пульт от кондишки, да? Но я ведь не слепой. И, кстати, он не подключается к моей шестой плойке. О, в игру ли рубите? В игру ли рублю? Да, типа того. Но я бы сказал, что я в игру ли раздаю. Ага. А вы что сейчас рубите? Палворд, выношу всех. О, не пижишь? Я! Кем играешь? Я стал лучник всегда, это призвание. Лук не нашел, пока в кустах сижу. Зачет, хедшоты раздаешь, значит. Да. Все бы это ни было. Да, я вот косой как бомж. Я кирку нашел и ей раздаю. А, да, юзал. Я вначале... Нет, 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 стоп, хватит отвлекать меня! Как мы будем чинить эту фиговину? Ну, скурить мы его не сможем. Или... Скольких пальцев ты нашел? Даже не напоминаю, я дальтоник, из-за того, что оптимизация в этой игре говно, я не вижу их нигде. В коопе гамаешь? Да. Да, у меня друзей как кучеряшек на голове, и мы постоянно играем вместе. Ну, разве что не сейчас, потому что они... В общем, в другом городе, я не помню название города, там Батруха, Харламыч, ну, ты вряд ли их знаешь, так что... В одиночку перца тяжело качать. Да, да. Знаешь что? Я запишу тебе свой ник в игре. Пойду в подсобку дуну. Чего? Мысли вслух. Я про игру говорю. Если мы будем играть вместе, мы сможем помогать друг другу. Оу. Вау, ну... Да, было бы супер. Это мой ник. Лобок на голове. Добавишь меня? Вау. Спасибо, чел. Базар, вокзал, не вешай нос. Да, ты тоже. Алло, да, мам? У меня друг появился. Ну, в том покемоно-говне. Да. Как ты это сделал? Ты же отразил каждый его выпад. Ты был словно кунг-фу-консультант. Я хз. Наверное, иногда нужен просто диалог. Понимаешь? Так, а подсобка где?